Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я влюбляюсь в парней, потом пытаюсь с ними сплетиться и дружить. Чем дальше с ними общаюсь, тем больше от них хочу. Больше внимания, больше времени на общение, больше искреннего общения, совместного времяпровождения. А интимные отношения с ними я не представляю. Но кому понравится посягательство на личную жизнь, личное пространство, когда кто-то торгается в твою жизнь и пытается навязаться в друзья, пытаться общаться. Да, я проявляю навязчивость. Могу присылать по несколько сообщений в день, вживую не сказать ни слова. Если знаю, что у парня есть подруга, мне становится крайне обидно, хотя это странно, ведь спать я не собираюсь, все равно ревную. Как это глупо. Как себя вести, как перестать ревновать, сближаться, как относиться ко всему происходящему проще. Ну, конечно, самое лучшее, что вы можете для себя сделать в этой ситуации, вот это пожалуй, пойти на психотерапию, вот, и как следует, вот, ну, как следует в себе разобраться вообще, как ну, как следует себя поисследовать, да, вот. И как следует вообще вот рассмотреть этот момент, связанный с тем, а вообще вот, чего я хочу. Ну, вот. То есть, ну вот вы говорите, что влюбляются. Ну хорошо. Ну вот, хорошо. Вы влюбляетесь, я... ну, я понимаю, что вы влюбляетесь. Ну, а дальше-то? То есть, вы говорите, что вот, хотите с ними общаться, хотите с ними взаимодействовать и так далее. Это очень похоже на слияние. Вот. Очень похоже это на слияние. То есть, ну, тяготеете к человеку, вот, который, ну, вам чем-то понравился, как-то понравился, как-нибудь вы к нему тяготеете, вот. То есть, ну, есть у вас вот какая-то тяга к нему. Вот, и вы, значит, чего-то с ним хотите. Ну и что? Значит, ваша собственная жизнь как-то вот не отличается насыщенностью, да? Там не отличается какой-то наполненностью, чем-то, ну, чем-то еще. Так это ну, происходит. Может быть. А что-то еще? То есть еще какие-то момент есть. Ну да, может быть. Вот. То есть, ну, надо смотреть. Просто. Надо смотреть, вот, что происходит. Надо смотреть, как это происходит. Что вот. Что у вас это чувство возникает. То, что, ну, то, что вы хотите чего-то,
определенного, да? Но это факт, если вы чего-то хотите. А чего вы хотите? Вот. Большой вопрос, на мой взгляд, по крайней мере, большой вопрос, чего вы хотите в этой ситуации, что вам нужно. Вот. То есть это вот, ну, эта история как раз про, ну, про такую, знаете, про некую такую осознанность, да? То есть вот именно осознанность. Что мною движет? Собственно, сейчас. И вот, как бы, пока вы сами себе на этот вопрос, получается, не ответили, это будет происходить, к сожалению. Ну, снова и снова. Потому что, как бы, ну, вы этим процессом на данный момент не управляете. К сожалению. Ну, не управляете этим процессом. Ой. И ваша задача, пожалуй, ваша задача заключается в том, чтобы научиться этим процессом управлять, то есть чтобы замечать его, этот процесс, чтобы замечать то, что происходит вообще, понимаете? Вот, то есть, что происходит, как происходит, вследствие чего происходит и так далее. Это очень важно, но это очень важно. Очень важно, чтобы вы для себя это вот, ну, могли выявить. Чтобы вы могли для себя это заметить, то, что происходит. Ну, с вами я имею в виду. Вот. Это очень важный момент, на самом деле. Дело в том, что за влюблённостью, за таким чувством влюблённости, может скрываться вот какие-то такие, ну, знаете, более банальные желания, вот, более банальные могут скрываться чувства. Вот, ну, опять же, задача заключается в том, чтобы понять, что именно скрывается, то есть какие именно потребности ваши тут скрываются, вот, понимаете, да? Вот, это очень важно, чтобы вы обратили на это внимание. И да, вам придется признать, что
то, чтобы я думала о себе, ну вот, всегда, да, вот, то как бы о себе думала. На самом деле, не совсем то, что есть. То есть вы думали о себе одним образом, вот, ну, по факту, да, другое. То есть, вот, это очень такой момент, который многих людей блокируют. По сути, многих людей блокируют, к сожалению. Вот. Ну, потому что человеку не хочется, ну, признавать. Не хочется признавать, что не все так, как человек думал о себе. С этим вот, ну, это правда тяжело и правда неприятно. Такая вот история здесь. И, на мой взгляд, ну, работа в первую очередь с потребностной сферы, вот, именно с потребностной сферы, в первую очередь, работа, вам, в общем-то, рекомендуется, вот. Но это так, это вот, чтобы себя окончательно не загнобить. Вот. Ну, ревность это история про уверенность, неуверенность в себе. Вот. То есть вот, вот потребность, ну или такое, знаете, посягательство на единство, посягательство на уникальность, то есть это вот история, она про это в данном случае. Вот. Но опять же, ничего плохого в этом нет. Вообще. То есть мы тут не говорим о том, что это вот что-то плохое прям. Ни в коем случае не говорим, что это что-то плохое. Но мы говорим о том, пожалуй, что насколько это конструктивно для вас. Вот. Мы говорим об этом. И, соответственно, то, о чем вы говорите, это и в какой-то степени страх, вот, ну, страх, может быть, отвержение, да. А еще какие-то вещи. Вот, то есть, все это вот, опять же, нужно, на мой взгляд, исследовать, смотреть и разбираться с этим. Ну, как вот мне видится, по крайней мере, да, вот. Исследовать и разбираться. Вот, и на выходе мы получим вот как раз какую-то такую вот, ну, площадку, да, для вашего дальнейшего роста, скажем так. Вот, значит,
и корректирование. Модели поведения. Ну, ваши модели поведения. Вот. Чтобы, ну, эффективно выстраивать. Взаимодействие. Ну вот. С людьми, которые там, допустим, которые вам, допустим, нравятся, да, которые вот вызывают у вас, ну, позитивные чувства и так далее. Вот. Я бы сказал еще, что у вас есть изрядная доля непринятия себя. Я бы так сказал. Вот. Мне так это кажется. Еще. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Но вот мне кажется, что такой вот момент, он, ну, может быть у вас. Вот. То есть, ну, понятно, что может быть, я не прав. Ну вот, то, что могу вам сейчас ответить. То, как могу вам сейчас ответить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые такие вот постулаты для психотерапии. Вот. Всего вам самого хорошего, всего вам самого доброго. Обращайтесь, будем рады помочь вам. Удачи!